Простор души, напевность, искренность, культура. Рассказать песни о любви, о родных краях, о религии и вере. На концерте заслуженные артистки России и Татарстана Наили Фатехова и ансамбля «Медина» в районном культурном комплексе собрались ценители и любители песен, как русских, так и татарских. Концертом с объединяющим названием «Безберге», что в переводе с татарского значит «Мы вместе», Наиля Фатехова начала свой благотворительный тур по городам Московской области. Хочу поблагодарить организацию города, администрацию города Щелково, потом администрацию и правительство Московской области, которые отнеслись с пониманием, и наше духовное управление мусульман Московской области, которые вместе так вот сплотились и сделали вот такой вот тур, мне помогли с юбилейным туром. И самое главное, это народ, который пришел, поддержал. Я думаю, всем понравилось. Вот первый раз. Судя по реакции зрителей, понравилось не то слово. Душевно и по-родному исполняла Наиля как народные татарские, так и известные российские песни. Что мне особенно понравилось, то, что вот присутствовали не только же татары. Все, вот когда я спрашивала тоже во время концерта, ну что, понимаете? Да, да, мы так понимаем, все и так понятно. Язык музыки он объясняет и дает понятие, в общем-то, все, эмоция дает всем понятие, о чем поется. Украшением концерта стало и выступление коллективов из нашего района. Понравились детские коллективы, которые сегодня принимали участие. Вот очень красивый ансамбль хореографический «Радуга» и русский танец. И татарский танец, девочка, приятный. Это был сюрпризом, потому что это был незапланированный номер. Он так вот очень хорошо экспромтом вошел в нашу программу. Вместе с артисткой пели и зрители, что подтверждает, истинное творчество неразрывно связано с культурой. Оно способно объединять и созидать. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».